Cherry QQ. Будем менять сайлентблоки на задних рычагах. Тут видно, у нас они пооторванные. Когда снимем рычаг, будет больше обзор. В общем, все, что нужно будет, это его открутить. Главное, чтобы болты не были закисшими. И после повыдавливать сайлентблоки, задавить новые на прессу. Это тебя видно. Вот оторванный сайлентблок. Раз снимаем рычаг, клиент заказал все сразу сайлентблоки, меняем на обоих сторонах. Здесь тоже вот видно уже незначительные, но надрывы. В таком случае их лучше менять. Подбираем наставки на каждый сайлентблок, чтобы можно было их выпрессовать и также само запрессовать новые. Наоборот покажу. Включи. Давай переверни. Еще раз. Еще раз. Вот почему советуют всегда менять рычаги в сборе. Только же мы вам показали, как этот сайлентблок просто болтается в посадочном месте. Придется его прихвачивать. Эти тоже под давлением пресса заскочили сюда легко. Есть риск того, что они будут болтаться. Поэтому сделаем по несколько прихваток на каждом сайлентблоке. Вот так вот у нас получилось. Сами понимаете, в этом есть свои минуса, потому как вот видно, в местах, где прихватки, отслаивается резина. То есть лишнее повреждение для сайлентблоков к хорошему не приведет.
Болты мажем негролом, чтобы в следующий раз, когда будем разбирать машину, они у нас тоже открутились. Все, накручиваем гайки, прикручиваем амортизатор, сами болты уже затягиваем на опущенной машине под нагрузкой.